Диалог власти и населения в открытом формате. Около 700 человек, жители городского поселения Монино, пришли на встречу с руководством Щелковского района и местными властями. Такие мероприятия становятся традицией. Недавно подобная встреча была организована в Щелковском районном культурном комплексе. В Доме офицеров собрались самые активные жители. У каждого было что спросить и узнать. На их вопросы отвечали глава района Надежда Суровцева, руководитель районной администрации Алексей Валов, а также глава поселения Иван Найденов и председатель местного совета депутатов Михаил Курбатов. Обсуждение получилось бурным. Вопросов было так много, что было принято решение провести повторную встречу. Я считаю, что эти встречи важны, потому что, во-первых, снимает социальную напряженность, как бы ни было это громко сказано, по одной причине, что мы даем возможность напрямую задать интересующие вопросы, больные очень вопросы, и сразу же получить ответы или какие-то вот видимые результаты. На встрече поднимались вопросы, связанные с экологией, сферой ЖКХ, установкой общедомовых приборов учета, развитием поселения и открытостью власти. Первый раз осветили, вот везде повесили объявления на всех домах, что будет. Сейчас народ во многом успокоился где-то что-то и что-то ждет от Валова, но не от Найденова. И вот поэтому мы хотели бы, конечно, чтобы встреча такая еще повторилась.